Здравствуйте! Сейчас я вам продемонстрирую ОВС «Детский сток Германии». Цена за килограмм 1625 рублей, упаковки 20 килограмм 800 грамм, стоимость ее упаковки 33 800 рублей, количество единиц 121 штука, стоимость за одну единицу 279 рублей. Первый – это комплект из белой танковки и футболочки. Можно носить по отдельности, можно носить друг на друга, размер 152. Дальше я вам покажу, тут плечики сломались. Дальше я вам покажу то, что не вошло еще в количество единиц. Это вот на пенюэтке на мальчика, на девочку, белый на девочку и на мальчика. Так, также в счет единиц не вошли такой вот. Я не знаю, похоже на фарточек. Бандана-косынка. Слюнявчик. Шапочка. Тапочки 25 размера. Шарфик на девочку теплый розовый. Перчатки 4-5 лет. Тапочки панда. Зеленый ремешок. И вот такой вот рюкзак Spider-Man на мальчика. Я все это сразу уберу, чтобы она не мешала не стоять. Дальше у нас идет вот такая вот курточка теплая на синтепоне, на девочку, размер 116 с капюшоном. Леггинсы 104. Здесь у нас, скорее всего, комбинезон идет флисовый. Распаковывать не буду. А размер не видно, но я думаю, не очень большой. Может быть, в пределах 3-4 лет. Дальше у нас платье на девочку. С черепами, со звездочками. Размер 158. Толстовка на мальчика 116. Леггинсы, брючки леггинсы 140. Штанишки 110. Мне кажется, они все-таки на мальчика. Танковочка на девочку 86. Танковочка на девочку. Так, здесь. Смотрим, 62. Удлиненная кофточка 152. Спортивные штанишки на девочку со шнурочком. Размер у них указан 134. Теплые плотные брючки на мальчика, размер 152, штанишки 3,6, танковка на девочку 110, зацепилась футболочка на девочку 74, 62. Штанишки леггинсы 92. Спортивные брючки на мальчика 122. Танковка с принтом на девочку 152. Комплект из трех белых боди с длинным рукавом, размер 62. Футболочка 134. Комплект из двух боди, розового и белого, размер 80. Танковочка на девочку 98. Танковочка на девочку 116. Здесь у нас танковочка на девочку 110. Брючки леггинсы 110.
джинсы на девочку 128, тонковка с длинным рукавом 13-14, 164, платьишко 116 с длинным рукавом, тонковка на мальчика 68. Следующая у нас джинсовая рубашечка 134. Плотная толстовка тоже на мальчика с капюшоном 110. Штанишки теплые, подклад флис, размер 92. Так, здесь у нас тонковочка размер 80 с сердечком из пайеток. Джемперок 86. Комплект штанишки и тонковочка на мальчика, размер 68, тонковочка на мальчика 62, толстовка на мальчика 68, футболочка 52, блузка на девочку 98, блузка туника идет на 98, она даже почти как платье. Здесь у нас замшевые штанишки 162, спортивные штанишки на мальчика 146, нарядная футболочка на девочку 104, тонковка 134, яркая розовая маечка, размер 110, тонковка с длинным рукавом на мальчика 104, брючки похожи на джинсы, но это не джинса, размер 158, блузка на девочку с длинным рукавом, размер у нее 134. Леггинсы с гетрами идут на девочку, размер 152. Так, дальше у нас идет такого молочного цвета водолазочка 152. Универсально подойдет как мальчику, так и девочке. Толстовка с длинным рукавом, рисунком стрекозы из пайеток, размер 116. Брючки леггинсы, спереди вставочки из эко-кожи, на девочку 164. Здесь у нас нарядная блузка с длинным рукавом, размер 146. Тонковка на девочку из сказки «Золушка» 104, комбинезон на мальчика размер 80, здесь у нас тонковка на мальчика размер 122, тонковочка на мальчика 86, теплая вязаная кофта на молнии, размер 86 у нее. Маечка на мальчика 98-104. Спортивные шорты на мальчика 110. Тонковочка на девочку 86. Тоже тонковочка на девочку 110. Штанишки на мальчика размер 98. Здесь у нас 62 штанишки, кофточка 62, комплект из двух боди, оранжевый и белый, размер у них 62.
Дальше у нас идет тонковочка с воротником 62 размера. Футболочка 86. Тонковка на мальчика. Размер не указан, но скорее всего 68-74. Брючки, леггинсы 80, такие уже были, по-моему, 98 размера. Здесь у нас тонковочка 146. Брючки, леггинсы на девочку 116. Тонковка с длинным рукавом, рисуночек со стразиками, размер указан 146. Тонковка на мальчика 86. Спортивные штаны 116, комбинезон на девочку 56 размер, здесь у нас 122, футболочка 116, тонковочка с рисунком из красавицы чудовища 104. Тонковочка 122. Леггинсы на девочку 74. Вельветовые штанишки на мальчика 62. Здесь у нас пижамка 68 размера. Кофточка со штанишками. Простите, 80 размера. Тонковочка с воротничком на мальчика 134. Джинсы мужские, уже на взрослого мальчика. Размер у них 14 лет, ростовочка 170. Здесь у нас платьишко теплое, плотное, с меховым болеро сверху. Размер 62. Дальше у нас идут джинсы тоже на мальчика. Ростовочка 164, 13-14 лет. Тонковочка 74 размера. Тонковочка на мальчика 128. Брючки леггинсы на девочку 128. Тонковочка 164. Футболка на взрослого мальчика 146, тонковочка на мальчика 134, комплект из двух штанишек 62 размера, вот такие вот серенькие, светлые и темно-серенькие. Теплый джемпер на мальчика 146, а флисовый комбинезончик плотный, многослойный, размер у него указан 56. Леггинсы 74, леггинсы на девочку 134, брючки на девочку 122. Так, это у нас платьишко, размер у них указан 140. Толстовка с капюшоном на мальчика, размер указан 164. Так, толстовка с нашивками бабочки, размер 140. Толстовочка детская совсем, размер не указан, 62. Толстовка пошита как футболка с дополнительными рукавами, размер 152. Джинсы на резинке на девочку, размер 140, идут заужены к низу. Тонковочка 146. Тонковочка на девочку с блестящим рисунком 122. Тонковочка на девочку на взрослую 158. На мальчика тонковочка 158. Брючки леггинсы с кружевным верхом, размер 158. Брючки леггинсы Дисней на девочку 134. Здесь у нас 128 леггинсы.
Танковочка 62 с новогодним принтом. Здесь у нас рубашка-туника на девочку размер 140. Штанишки на мальчика 74. Точно такие же штанишки на мальчика 62 размера. Плотные спортивные штанишки на взрослую девочку размером 164. Толстовочка на девочку 68. Флисовый комбинезончик теплый на мальчика 62. Так, здесь у нас танковка с длинным рукавом на девочку, удлиненная 164. И последние спортивные штаны на девочку. Подклад похож на флис, размер 164. Сейчас вам был продемонстрирован ОВС детский стоп Германия. Цена за килограмм 1625 рублей, в упаковке 20 килограмм 800 грамм. Стоимость всей упаковки 33 800 рублей, количество единиц 121, стоимость за одну единицу 279 рублей. На этом все, спасибо за внимание, до свидания.